Всем привет и добро пожаловать на мой канал. В этом видео я покажу вам несколько сценок с ситуациями, которые меня очень сильно бесят. У всех у нас есть ситуации, которые вот реально сильно бесят. Обязательно напишите в комментариях, что же бесит вас больше всего, а я потом сниму видео по вашим комментариям. То есть я сниму вторую часть такого видоса. Ну а сейчас я покажу вам то, что бесит лично меня, и если вас тоже, то пишите в комментариях плюс. Я вам покажу 6 ситуаций, хотя меня на самом деле бесит очень много всего, но это не важно. Всем привет! Приятного просмотра! Бесит, когда снимаешь видео на телефон, и когда начинается самый интересный момент, случается вот это. Чел, я сейчас срежу с тебя! Берегись, я уже плыву! Эй, Хлоя, качели очень неустойчивые! Давай поаккуратнее, я не хочу падать! Скайер, снимай это! Да я снимаю, вали его! Хлоя, не надо, пожалуйста, Хлоя, я боюсь! Скайлер, ты видала, как он упал? Ты это засняла? Хлоя, это полный угар! Конечно, я это сняла! Стоп! В смысле, на вашем телефоне недостаточно памяти? Нет, Хлоя, это не снялось! Нет! Все, ребят, мне это надоело. Я пошла покупать телефон на 1349 гигабайтов. Бесит, когда с хорошим настроением идешь покупаться в бассейне, а происходит вот это. Эй, Скайлер, ты все-таки решила поплавать? Лови тебе кучу брызгов. Чел, я ненавижу, когда ты так делаешь. Перестань. Да ладно тебе, Скайлер, это же весело. В этом нет ничего веселого. Ты просто зануда. Чел, перестань брызгаться живо. Ты очень смешно злишься. Ну все, ты меня достал. Я вообще сейчас уйду отсюда. Все, чел, это была моя последняя капля. Я ухожу. Да сколько можно? Какая же она смешная. Бесит, когда открываешь лимонад, а он начинает брызгаться и шипеть во все стороны. В итоге ты весь мокрый, ты весь липкий. И все вокруг липкое и мокрое настолько, что ты прилипаешь к месту, где стоял, и не можешь сдвинуться. Черт, я реально прилипла к асфальту из-за этого лимонада. Так мне и суждено на всю жизнь остаться здесь, на этом липком и мокром асфальте навсегда. Народ, вызовите эвакуатор! Очень сильно бесит, когда день на улице настолько жаркий, что ты идешь покупать себе мороженое, а в итоге стоишь в магазине 100 лет, потому что не можешь найти ценник на мороженое, которое ты выбрал. Да кто придумал так непонятно расставлять эти ценники на мороженое? Я уже не могу это все терпеть! Девушка, а вы можете не орать, пожалуйста, в моем магазине? Извините! И вообще, убогий у вас магазин, ничего даже покупать тут не буду, никогда вообще к вам сюда больше не приду, ясно вам? Пипец. Очень сильно бесит, когда слышишь звук домофона и бежишь его открывать, нажимаешь на эту кнопку и довольно идешь возвращаться на свое место. Но домофон не сработал, не открылся с первого раза, он звонит снова, и ты уже максимально злой возвращаешься снова нажать на эту долбанную кнопку. И это тебе еще повезло, если домофон сработал со второго раза. Ну а теперь самое бесячее и самое обидное. Вот знаете, те самые дни, когда вы возомняете себя гениальным шеф-поваром всех времен, идете на кухню и готовите просто изысканное шедевральное блюдо, на которое вы тратите просто кучу денег, нервов, времени и средств, восхищаетесь тем, что у вас получилось в конечном итоге, уже идете в комнату, чтобы выбрать видео, которое вы будете смотреть, пока едите этот шедевр, а потом сидите 2 часа и не можете выбрать, какое видео вы хотите посмотреть, потому что все кажется таким-то, ну, мягко говоря, какой-то фигней кажется все, да? Да все, я вообще ничего смотреть не буду в таком случае, и есть я тоже вообще не буду, все, мне это все надоело. Шучу, конечно же, я это сожру, все. Ну что ж, ребята, вот такое видео у меня получилось. Если оно вам понравилось, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Также у меня есть телеграм-канал, в который я выкладываю очень много всего интересного. Например, мини-игры от Скайлер, за которые вы можете получить приветы в моих видео. А также интересные конкурсы, с помощью которых вы можете потом стать участником моих видео на YouTube. Да и вообще-то много всяких интересных, тупых, классных, ну, в общем-то, интересных постов. Так что обязательно переходите по ссылке в комментариях и в описании и подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.